Машина мне больше не нужна. Отправляйте в гараж. Держите. Холодный. Газированный. Это что, городской, да? Так точно. Третий, дай-ка мне. Дай-ка мне самого. Да. Привет. Угу. Да. Да у тебя здесь, на станции. Да. Да вот такая ситуация. Да. Ехал на юг, отстал от поезда. Телеграмма начальнику 22-го. Есть. Нет, распоряжений никаких больше не будет. Нет. Ну, мне тут все товарищ обеспечит. Да. Нет, матери только вот телеграмму отправить, чтобы деньги перевела молния сюда. Приготовить бланк, перо. Не тот контингент. Я говорю, контингент-то ведь не тот. Ну, конечно. Конечно, да. Ну, номенклатурный работник. Ну, вот еще. Ну, конечно. Перо. Конечно, да. Да, да. Да. Вы что, ко мне, товарищ, да? О, замотался совсем. Да, да, да. Что это у вас за народ там в дверях? Ждут приема. Так разберитесь давайте. Давайте, давайте, разберитесь-ка. Слушаюсь. Вот так вот. Да. Заходите, граждане. Товарищ начальник, у меня мамаша. У меня мамаша больна в Харькове. А билетов нет. Ничего не могу сделать. Ну, устроить товарищ. Устройте ему. У меня одна броня осталась. Броня? Ну, а вы без брони ему устроите. Как? Без брони. Без брони? Угу. Ну, зайдешь в кассу номер один. Я сейчас буду. Спасибо. Я по срочному делу, дайте мне билет. Ну, как могу богатство получить? Ну-ка, я тоже не могу. Ну, старушки-то, организуйте получение. Бабушка, иди в камеру хранения, приду лично, разберемся. Товарищ, ну как же мне, я же по срочному делу. Ну-ка, Ну, давайте, разберитесь в людях-то, понимаете. Давайте, прекращайте безобразие. Слушаюсь. Есть прекратить безобразие. Граждане, в кассу номер один. Будем прекращать безобразие. Пойдемте в кассу. Пойдем. Привет. Билетик ваш будет восстановлен. Телеграмма. Молния. Мамаш. Угу. Полетите как птицы. Так. Не будет ли еще каких указаний? Да нет, у меня все пока. Вот так. Вот так. Ну-с, продолжайте работать. Вот так. В таком духе. Что? Я говорю, в таком разрезе. Держите. Большой человек.